здесь, что ли, найти? Не понял. О, наконец-то! Нас в ПВП зовут. Пойдем в ПВП драться. Пойдем в ПВП. Здесь довольно маленькое поле боя. Наша база, их база. На нашей базе флаг, на их базе флаг. Нужно схватить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Убрал. Нужно схватить чужой флаг и добежать до своей базы. Когда ты несешь чужой флаг, ты не можешь садиться на коня. Ну и многие обилки типа стелса не можешь использовать, чтобы тебя могли видеть и перехватить. Тебя вся команда врага будет стараться отмудохать и отжать свой флаг обратно. Выиграет та команда, которая первая отнесет три флага. Если ты принес чужой флаг себе, а ваш флаг не на месте, а где-то там бегает, то ты не можешь дать свой. Тебе нужно ждать, пока вернут ваш флаг. Такие правила. Игра идет до 3 очков. Теперь тут еще добавили ограничение по времени. Раньше ограничения по времени не было, и можно было играть часами, если никому не давалось отнести флаг. У нас полно рук, ханты. 15, 18, тут левел-то самые разные. У меня 13 довольно низкий левел. Тут брекет от 10 уровня до 19, соответственно, разница на самом деле огромная. Между 10 и 19 разница, ну, по сути, два раза. И 19 и 10 расколупают. У нас тут приз 11. Рок хан 10. Боже, боже, что за бомжи? Что за бомжи? Нас расколупают. У нас только вот маг 18. Все, остальные бомжи. А у них там чего? Давайте посмотрим. Левелов не видно. Вообще евро. Евро какой-то. У нас, зацените, у нас, кстати, русские сервера. Ну, чтобы мы могли общаться между собой. А у них евро сервера. Русские против евро игроков. Блин, 100 лет не играл на БГ. В атаку! Сразу в бой, сразу в бой. Я, правда, не знаю, зачем я сразу в бой, я ведь кастер. А что там? А, маунт недоступен здесь на БГ. Он потом становится доступен, все пешком бегают. Давай, Рога, вперед. Милишники, вперед, чё я вперед торгусь? Вон, враги. Смотри, друид бежит. 10 уровня. У нас сегодня хп. Много у него хп. А, враги! Ой, блять, вары, 2800 хп. Как я столько снимать-то буду? Охренеть, 2800. Вы что, с ума сошли? Наркоманы, что ли? Где наша братва? Что-то они как-то толпой бегут, это опасно. А почему мы разделились? Вон у нас хант вообще фкшит, сардинка. Ханта, фкшер, сардинка. Репорт его, пидора. А, нет, они сейчас зажрут. Ну нахуй. Не достаю. Не достаю. На тебе контрспел, пидор. На тебе пес, контрспел. Что? Нечего сказать. Дохни, пес. А, победа в ПВП, достижение. Это что за шаман там хилит, я не понял. А ну, тише будет шаман, давай мочи его. У меня контрспел на куда, я не могу. Ну хил, ну как, кик к нему каст, дебил, он же хилится. Кик к нему каст, ну ёптать. Все, замудохали. Хан стреляет, ах ты пес. А, валим отсюда, нет, 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 не бей меня, не бей, не бей, не бей. Отлично, у нас приз хили, давай приз тащи. Приз, ушка, давай. Сейчас мы этого ханта от бошку ему-то набьем. Это что, это наш пес. Фиголаз. Фиголаз. Опа! Орда схватила наш флаг. Они пробрались на базу. Ну ничего, они обратно не вынесут. Я надеюсь, что не вынесут. Мы-то тут часть перехватили, но они там дальше прорвались и схватили флаг. А мы их флаг не схватили. Где наши роги? Где наши фералы? Чего там дрочите? Вон, несут флаг. Мочи флагоносца, пидора такого. Не, у кого флаг? Не вижу, не вижу флага. Ой, блядь, случайно эту кнопку. Во, флагоносец, 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 ферал, давай, кот, мочи кота. Ну вот же флагоносец, давай, замедляю, замедляю, замедляю. Нет, он на перехват идет. Дай контрспел тебе, пес. На тебе. На тебе, друид, замедление. Флаг, ну унесет ведь! Ну ёба! Давай, перехватывай! Я пока не могу прочитать это заклинание. Нужно подойти поближе. Надо подождать. Все, отжали флаг, отлично, отжали флаг обратно. Упс. Алекс, отвали, я не вижу ничего. Сейчас мы роги нажарим. А кто тут рога на нашего приста наезжает? На тебе, пес, на, получи по щам. Слишком далеко. Это заклинание еще не готово. Постой, нет, он вышел из нового. Сейчас отмудохает меня. Хил меня, меня вар снашает. А,
всем спаси! Алина. Это заклинание еще не блин. Блять, сейчас убьют. Караул ебут. Вот сучка крашеная. Ну ничего, на БГ это сплошь и рядом, там умирают, как мухи люди. Здесь постоянно умирают, постоянно резаются, это все не важно, все бесконечные, главное флаги отнести. Но у нас флагоносцы наши сопли жуют, должен друид Лерога носить, потому что у них есть спринты. Теоретически я могу попробовать отнести флаг, давай попробуем. Попробуем прорваться. Правда, со мной никто не бежит, там обычно охрана стоит 1-2 человека, и вжало забрать флаг не так-то просто. Вот если бы меня кто-то задефал, давайте попробуем просочиться. На маунте обычно вот там справа проезжаешь, обижаешь, спрыгиваешь. Попробуем просочиться, ребята, может повезет. Может я крепкий гном и затащу нашу команду. Тайком, я маленький гномик, незаметный такой. Вдали от драки бегу. Я могу прочитать это заклинание. Палят меня. Нет. Прячься, гном. Ложись, гном. Опять схватили наш флаг. Да что ж вы за пидоры такие, а? Лишь бы флаг схватить. Палят. Ох, пропалят. Уже за мной пошли. Вали, собака. О, мы тоже схватили флаг. Давай, друг, я тебя прикрою. Неси флаг, я прикрою тебя, друг. Правда, там навстречу уже идут. Друг, там навстречу идут. А-а-а, караул ебут. Тут хантер, давай, я беру на себя. Опа, прицельный выстрел промахнулся. Блин, сейчас Пэтом меня сожрет. Саны хантишка, лакирок. Так, мы несем их флаг. Ну там чувак один несет, его одного перехватят, заберут. Нужно толпой бежать. Толпой, чтобы охранять. Один флагоносец, все такое вокруг него, хилят, охраняют, там диспелят. Не забывай про кольцо Тулема. А у Лема кольцо есть, да? Кстати, точно, у него же кольцо есть. Блин, а я и забыл. Давай, в бой! Где-то наши флагоносцы сейчас морду набьют. У хантишки 10 уровень, 2100 хп. У меня на 13 фул шмате. Ну почти фул, 1700 хп. Ну что хп, не понимаю. Качок что ли? Слишком далеко. Не достаю слишком далеко. Давай, мочи его. Давай, спылы туда ему по башке. Отлично. Еще хантишка. Приста нашу бьет хантишка. Мочи его. На тебе контрспел, псина. Learn to play, нуб. Кто это у них там? Жрец? Хилер тоже, что ли? Тоже хилер. Смотри, контрспел попал и все, и пропал. Слишком далеко. Это заклинание еще не готово. Оп, не попадешь. Я пока не могу прочитать это заклинание. Изи, ребята. Ой, наш флаг отжали. Блин, у них вар такой крепкий, вообще хер убьешь. Протвар какой-то. Шаман, хилер у них. Не, валим отсюда, что-то их много, а я один. Ну нахер, плохая примета. Завалили моего Лема, псы. Лем, защищай меня, Лем. Ай, тут враги, кругом враги. Да вы охренели, что ли? Попали в засаду, ребята, в засаду. Бедного гнума накинули со всех сторон. Сколько времени на карту? А вот, оставшееся время 8 минут 30 секунд. Так, у нас их флаг. Кто тут трется? Вы что тут третесь, псы? Опять этот вар накачанный. Че, новый что ли промахнулся? Бери вара. Боже, у нас их флаг, надо мочить, надо тащить. Тащим флаг, прикрываем, всех убиваем, чтобы наш флаг дошел нормально. Стой, никуда не ходи. Блин, слушай, я наборвал. Давай, касть. Оп, контрспел. Все, до свидос. Так, а кто меня бьет? Чем я хп мало? Они вернули флаг, да? Ну, честно, мы так со счетом 0-0 ты и закончим без флагоносцев. Нужны флагоносцы нормальные. Такие, либо танк, которого хер убьешь, либо быстрый чувак. Какой-нибудь со спринтами. Из флагоносцев отнести флаг очень сложно. Угрюмы же нет, мы какое-то достижение получили. Одержите 3 с почетных побед. Почетные победы — это убийство врага, в котором ты участвовал. То есть не обязательно нанес последний удар, но участвовал. На тебе, вар со щитом, протвар, ребята. Можно его полутать. Оп, 33 с одной медной монеты. Тут еще зарабатывать можно.
Так, ну там целая куча хантов, ну нахер. Пойду туда, в эту кучу хантов. Я лучше буду держаться сзади. Это поле боя, на котором нужно таскать флаги. Есть разные поля боя с разными системами. Мне больше нравится орать, и там не нужно таскать флаги. Там 5 контрольных точек. Можно прибежать на точку, покрутить ее немножко, и она будет приносить тебе очки. Чем больше точек контролируешь, тем больше очков получаешь. Чтобы победить, нужно набрать определенное количество очков. То есть там в любом случае прогресс идет. Здесь пока флаги не носят, никакого прогресса нет. А там прогресс есть. Жрут. О, они схватили наш флаг. Они схватили наш флаг. Они схватили наш флаг, защищайте, защищайте, друзья, наш флаг. Все, отжали обратно, все в порядке. Счет 0-0. Будем по пенальти решать, видимо, кто победит. Этот вар раздражает. Хорошо, что он дерется, если бы он догадался просто пробежать и таскать флаг, мы бы запарились его останавливать. Он останавливается драться, он дурак. Ой, антишка пришел, мне по башке давать. Антишка драться один на один не хочу. Это опасно. Ну вот, ну смотри, ну налетели на бедного гнома. Видите, вот это все вражины. Ну как тут вообще можно убивать в таких условиях? Не, убил как-то. Я пока не могу прочитать это заклинание. Потому что у нас тут еще сардинка есть. Слышь ты, псина, отвали от сардинки. Постой в Фростнове. Смотри, стоит не может достать, потому что он тупой милишник. Что такое, пес? Оп, воскрешаем. Стой, 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 стой. Нову, нову. Еще постой, друг. Разбили. Давай, давай, блять, вали от меня, тупица. Тупидо, вар. Закайтили, нубаса. За... Не, его там хилит какой-то пидор. Давай, добиваем, добиваем. Пофиг на хил. Отлично. Контрспел тебе, пес. Нужно подойти поближе. Я пока не могу прочитать это заклинание. Мне нужна цель. Мне нужна цель. Мне похилиться бы, у меня хп мало. Похилите меня, где наши хилеры? ДЦПшку нашу убивают, приста убили хилера. Но. Давай по этому отдохнем. Он не борзил. О, мы схватили флаг, прекрасно, мы молодцы. По этому отжарим. О, мы занесли флаг! 1-0 в нашу пользу! 1-0 в нашу пользу! Уу! Тащи! Гнум, тащи, давай! 1-0 ведем. Теперь главное обороняться. 1-0 мы выиграем. Отлично, отлично, отлично. Не достаю. Слишком далеко. Победа будет за нами. Этот дурак, который на контрспел каждый раз ведется. На тебе, дебил. Так, мы с новых флаг несем. Отлично, у нас какой-то флагоносец завелся, ребята, который носит флаги. Молодец. Молодец, Гаврила Петрович. Где мы тащим? А, они схватили наш флаг. Нет, надо отжать флаг скорее. Вот, опасный пидор. Надо подождать. Надо вломить этому друиду, он опасный. 10 уровня, кусается больно. Леголаз. Хакер бегает, леголаз. Наркомасты. Нужно подойти поближе. Я пока не могу прочитать. Оба, оба. Так, а где моя лема? Убили, что ли? Да, убили лема. Это заклинание еще не готово. Где наш флаг? Надо шамана убить, а то он хилит, он может флагоносца отхилить случайно. Где флаг, алло? Слишком далеко. Все, мы вернули флаг, теперь нужно свой донести. Где наш флаг? Я побегу на помощь. О, справа, вон. Нет, перехватывает его. Перехватывает флаг. Блин, сейчас перехватит нашу флагоносца. Ну ладно, счет 1-0. Мы все равно побеждаем. Слишком далеко. У меня нет цели. Не, он там вроде прорывается где-то. Ну давай на помощь, мы еще поможем. Ханта перехватываем. Перехватываем ханта. О, стой, псина. Не надо нашего флагоносца стрелять. Нет, отжали обратно. Ладно, продолжаем обороняться. Убираем от обороны. От обороны. Еще хантишка. Надо подождать. Так-то дамаг мощный наношу. Мне нужно просто постараться, чтобы меня не били. Учись контрспелом пользоваться, собака.
Если попадаешь контрспелом в каст, то блокируешь школу заклинаний и оппоненту на 8 секунд, кажется. Надо подождать. Похиль меня, похиль меня. Ты вообще чё от меня хочешь? Чудовище. Я пока не могу прочитать это заклинание. ДЦПшку сожрали, очень жалко ДЦПшку. 2 минуты осталось продержаться, мы победим, мы победим. Все, 5 смертельных ударов. Что-то мало смертельных ударов. Всякие ханты, видимо, бесят. Я тут убиваю направо и налево, прям как царь. Ну, смертельных ударов. Так, мы схватили их флаг, а они схватили наш флаг. Вот засада. Блин, мне надо отсюда валить с этим пэтами драться. Это потеря времени. Просто теряем время. Ну что ж ты флаг по центру несешь? Давай где-нибудь с края неси. Ты, конечно, не донесешь его там по центру. Че толку его? О, флагоносит по... А, вар несет флаг! Нет, 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 хватай вара, блядь! Его ж там, блядь, прям по центру прикрывают. Ё-моё, мы сейчас 1-1 сыграем. У него есть минута, чтобы донести. И ведь он вот просто бежит, а где наша вся братва? Пиздец. Донесет, донесет, ребята, донесет флаг, сучка. У них флагоносец есть, вот засада. Надо схватить их флаг, чтобы он не мог его сдать. Надо отжать их флаг и как-то прожать, прождать 30 секунд, чтобы он не мог его сдать. Мне нужна цель. Я пока не могу прочитать. Игры тут две штуки, вот протвар несет, его два хилера хилят. Конечно, тут хер убьешь его. Блять, 20 секунд, он сейчас донесет. Ну пожалуйста, 20 секунд, ну пожалуйста. Ну пожалуйста, пожалуйста, 15. Ну просто схвати их флаг, просто схвати их флаг. Не надо его убивать. Просто схвати их флаг, чтобы он не мог сдать. 7 секунд. Блять, доносит. 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Блять, 1-1. Да что за пиздец какой-то. Что за жесть, за одну секунду сдал. Надо просто схватить их флаг и все. И он бы не сдал его. Дебилы. Дурацкая, короче, ПВП.